Не работаешь, да, совсем. Просто. Ты просто сказал, что это первый магазин, в который ты ничего не нашел? Ну, не первый, через магазин же на Театральном бульваре, в Росте, на ОВО 27. Все-таки от руководства зависит. Ну, это я знаю. Я к тому, что неужели мы сегодня ничего не найдем здесь? Так. Изготовлено 10.10.22 срок годности. 9 месяцев. Ну, если 22-го, то просрочено. Ну да. Доставай телефон. Сейчас. Значит, все-таки работает? Ну, смотри. Видишь, а? Сейчас все. 10.10.22. 19.18.46. Показывай, где. Сверху. Ты можешь фотку тебе приблизить, конечно, еще. Не видно? А нижние циферки, это что у нас? Это время. А, это время, да. 10-го, короче, 22-го года. Ну, если ты лишь... А где срок годности? Так, вот срок годности 9 месяцев. Ну, все, понятно. Ну, покупай. Че? Руби забрать, чтобы никто не отравился. А там несколько, да? Вон она, пыль видно. Ага. А это свежие, кстати, ну как свежие, 23.11. Ну тоже просрочено. А, 22-й же год, господи, 9 месяцев. До 23.08. Ага. Ну просрочено, да? Да, да. Мужчина, а у вас есть право? Это снять на стерилизацию, видите, она остановилась. Спасибо. А вот здесь там, да, клади. Давай, клади. Так, чтобы все видно было. Смотри, какой пыльёж черный. Ага. Я пойду схожу, сейчас приду. Да? Да мы через почту же будем их получать. А, все. А мы же не будем. Возврат только делаешь и все. Ага. Молодцы, то можно нам. Прокрути бутылочки, чтобы видно было дату. Руководитель. Дату, а? Чтоб дату прокрути. Ага. Там кто-то в спину, кто-то вякал. Я просто, чтобы не отвлекаться, не мог себе позволить этого. Я понял. Сейчас мы вот это сфотографируем. Сейчас я найду эту гниду, которая задавала мне вопросы. И отвечу ей на все вопросы. Что-то спросить хотели, молодой. Что там кричали, что-то там. Нет, зачем снимаете? Заберите права. Нет, они имеют право покупать. А нас не имеете права снимать, потому что мы тоже покупатели. Чего хотите? Почему снимаете? На каком основании? Меня лично. Тебя? Не, что ты ко мне обратился? Чего ты тыкаешь вообще, во-первых? Что ты ко мне обратился? Ну, как на вы, разговаривайте, пожалуйста. А что мне еще делать? Пойди нахуй, пойди нахуй. Пойди нахуй. Денис, ну блин, пришли сразу быдло. Хранят. Быдло. Пришло быдло. А как тебя зовут, мальчик? А что, вы просрочку нашли или чего? Мальчик, как тебя зовут? Дарья. Я Дарья зовут. Мальчику обращаю, который мне послался. Это ваш муж? Ну да. Скажите. Вы его научите это вежливо. Мальчик у меня перестал быть после Сирии, понятно? Таких серьезно, что ли? Я видел много за свою. Серьезно, что ли? Ты что ли в Сирии был? Да. Это незаметно по тебе. Нормальные люди нормально общаются. Ну, нормальные люди с ним. Никак быдло. А что ты материшься, я не могу понять? Имею право. Как это их снимать? Имеешь право? Да, тебе что-то завидно или что, я не могу понять? А то, может, расскажете, мне интересно. Интересно за углом. Как я зовут? Мальчик. Из Сирии. Обрыгальчик. Обрыгальчик. Мальчик из Сирии, как я зовут? А что ты? А, не обращай внимания, да? А ты же сам начал нас цеплять. Они на мой ответ конкретно не ответили, поэтому мы можем не общаться. А ты кто можешь тебе общаться, да? Сегодня на Ютубе будешь. А, мальчик? Мальчик, на Ютубе будешь сегодня обрыгать. Что-то как-то хиловат для мальчика из Сирии. Ты слишком труслив. Хиловат. Слишком труслив для мальчика. Руководителя. Ну, что-то они там говорят, где-то она там сидит.
Можно руководителя позвать? Девушка, руководитель, подойдите сюда, пожалуйста, кто-нибудь. Кто руководитель-то, не могу понять. Вы руководитель? Вы вот сейчас с вами вниз пошли. Кого-то похоже, кто это шансон поил, вот прям похоже. Это же здорово. Слушаю вас. Приобрели у вас просроченный сок. Один просрочен на 3 месяца. Конечно, конечно. 3 месяца и 13 дней. Вот даже больше. А это просрочено. Да, это наш чек. Вот я подарил своему другу Владимиру Владимировичу. Да, напиток сейчас мой уже. Напиток. Вот, а он видел, что он просроченный. Я могу здесь возврат сделать, возврат? Да, давайте, делайте на возврат. Что вы, куда вы собрались забрать? Как это возврат сделать? Ну вот, чек у вас есть в руках, делайте возврат. А что-то я должна возвращать или нет? Нет, это не мой товар, человека товар. Вы ко мне обращайтесь по поводу товара. А я уже подарил. Решил давать вам или возврат. Нет. Вот, да. По чеку делайте на возврат. Куда вы берете, я не могу понять. Я должна пробить его. Вот, у вас в руке чек, делайте возврат по чеку. Какой я пробить? Без сока, без штрих-кода на соке. Не, ну штрих-код я возьмите. Ну хорошо, ну если Владимир Владимирович вам разрешает. Я разрешаю штрих-код взять, конечно. Хорошо. Может, что это не я не могу распоряжаться данным. Не, ну с моим въездом воздухом. Воздухом. Ну, убедились, да, что просрочено? 9 месяцев срок годности. 22-й год. Там 10-й и 11-й месяц, да? Да. Даже я без очков пошел. Пожалуйста, вам 109 рублей. Я не вам возвращаю. Здрасте, я купил. Это что происходит? Мой чек возвращает. Покупатель вот данный я человек. Покупатель. Так, я вам возвращаю. А он-то при чем? Я не покупал. А почему 109, а не 110? Потому что 109, 98. Я не могу понять. А, 109? Ну ладно, пускай будет 109. 109. Нам, пожалуйста, чек. Возврат. Покупки и чек возврата. Недостаточно денег в кассе, думаю. Сейчас мы не работаем. Леша, не и что, деньги вернули, а чек не пробили, что ли? Не знаю. А как это может быть? Чем возвращать мне тебе? Мне нужен чек, правильно? Нам нужен чек покупки, чек возврата. А как вы так из кассы взяли деньги, отдали, а чек не пробили? Так не может быть. Сначала чек, потом деньги. Потом сейчас уйдем и с товаром из магазина, и с деньгами. Угу. Вы напишите нет, заявление, что мы у вас что-то похитили. Не уйдете, потому что я его возвернула в магазин и должна списать. Ага. То есть мы сейчас будем делать заявление о грабеже, да? То есть вы меня ограбили, правильно я понимаю? Почему? Ну почему? Потому что вы мой товар, так сказать, хотите у меня отобрать. Нет, я свой товар хочу отобрать. Я приобрел и при вас подарил под камеру. Я распорядился по своему усмотрению товаром. День, это Денис. День очень скучно начинался. Походу, да. Сейчас будет очень весело. Дай, пожалуйста. Вообще здорово. Ну, сейчас мы посмотрим, как себя будет водить вести. А как вас зовут? Елена Анатольевна. Елена Анатольевна. А фамилия есть у вас, Елена Анатольевна? Да. Какая? Петряшова. Как? Петряшова. Петряшова. Вы? Петряшова.
Ветряшолов. А, Ветряшолов. Это чек покупки. Вы извините, Антон, я приобрел. Я не покупатель. Я купил, это понимаете? Это чек покупки. Угу. Это чек возврата. Ну, вы что сделали-то? А потому что... Вы нормальные, нет? Зачем вы портите? Зачем вы испортили мое имущество? Вот давайте, вы что, обалдели совсем? Пишите. Вот сейчас вы грабите. Да что ты? Кого грабишь? Я вам 100 тысяч. Да ты пытаешься грабить полицию нас. Полицию вызывай. Я его собираюсь списать. Да? Ты уверена в этом? Потому что он уже числится. Я его уже списал. Не переживай. Ветряшова, Ветряшова. Вот Елена. До свидания. А что вы отворачиваетесь? До свидания. Или попытайтесь забрать у меня мой товар. Пойдите заберите, он возле окошка стоит. До свидания. До какого свидания? Ну, пойдите заберите. Ну пойдите заберите, вы же решили забрать у меня. Скандальный блогер. Вообще взяла Парвонова. Давай, давай, значит, сейчас за кредитор ответишь. Это все. Подкидываю просрочку, да? Лично я? Иди на камеру посмотри, подкидываю просрочку. Иди, ты туда же иди. Смотри. Имеете право так разговаривать? Имеем право, имеем. Ты беременна или что? Общественный порядок, мужчина. Да что ты говоришь? Ребят, вы сейчас права других покупателей. Какие твои права нарушили? Я не хочу, чтобы меня снимали на камеру. Зачем вы это делаете? Мы с тобой на брудершафт не пили, не уважаем. Еще не хватало еще пить с тобой. А я не пью. Я не алкоголик, что пить. Вот, не знаю, не знаю. Ну, не знаю, про себя тогда рассуждай, не про меня. То все умные такие стали вообще. Конечно. А я согласен на то, что вы... Да мне плевать на твое согласие. Вон голову вверх подними. Подними вверх голову, камера над тобой. Видишь камеру? Что-то ты не кричишь, что тебя снимать, ты против съемок. Что не кричишь-то? Слушай, уважаемый, ты закон. Да сам ты уважаемый, не надо ко мне так обращаться. Так, да только, так только мусора обращаются. Влад, Денис, вот поехали в другой магазин. Поехали. Слушай, мы без тебя решим, что нам делать. Вот ты зачем мне указываешь или там другому человеку? Ну, смотри, раз уж как говорится. Ну давай пообщаемся, ты сам захотел. С одним стоял, я вот просто зашел как покупатель. Одного человека оскорбляли. Таким образом, называй, отвечай за свои слова, каким образом кто кого оскорблял? Ну, в том числе с применением нецензурной лексики. Например. Ну, нас оскорбляли, да, нас послали. Вас записано. Да, записано. Без нарезки, полностью видео. И ты увидишь, что с нашей стороны ни одного оскорбления не было. А в наш адрес звучали. Ребят, вы сейчас в том числе неадекватное поведение данного работника, руководителя. Сейчас не буду. Так я кто с тобой разговаривает? Ты кто такой? Просто ты влез в разговор, вот я с тобой и разговариваю. Ну, во-первых, тебе же захотелось. Что за, значит, за ни хрена себе? Вот и... За речью следи. Не учи жизнь. Ну, так ты тут учишь, по-моему, нет? Пройдите нашу жизнь, пройдите нашу ботинку. Да зачем мне твоя жизнь? Слушай, ты даже не знаешь, кто ты. Ты до сих пор на мордике ходишь. Всякие, спасибо. Всякие разговоры. Вот скажите, зачем вы подбородок свой держите вот этим намордником? Не стыдно вам? Да плевать мне на тебя. А? Ну и пошел от меня отсюда вон. Намордником? Так надень его себе на лицо. Не позорься. Кошмар какой-то, стыдно смотреть. Пошли, Денис, отсюда вон. Этот гадюшник, я не хочу больше смотреть. Быдло на быдло. Ты смотри, какие наглые врут, что там. Это оскорбляем мы кого-то. Фиматом оскорбляем. Подкидываем чего-то. Конечно, только с видео надо такое снимать. Да. Выдает деньги, чек не пробивает. Товар забирает. Взяла, порвала чек. Нам в суд их предоставлять, она бьет и их рвет. Долбанутая какая-то. Это первый магазин, который на чек рвет. Мог бы бутылку не брать эту, да? Ну, сдать ментов, нахрена мне это надо? Поехали. Ну, их никто привлекать не будет, у нас же пофигу ментам. Угу. Такие приедут, как вот этот мальчик, девочка.
будет стоять, сопли жевать. Вот посетили Магнит. Полярные зори 13. О, смотри, охранники. Клади. ДБР приехал. Клади сейчас это. Сейчас подойду. Добрый день, кто-то мне палочкой махал. Мне махали, нет? А что, нет. Нет, точно. А что? Точно не мне, конечно. Видел, да? Да. Так мне нет. А что? Так а что ты, не волнуйся, дыхание это, ну, или бежал, спешил. А спешил? А что? Говорю, спешил? А что? Что ты все, а что, говорю, не мне махал палочкой-то? А что? Говорю, палочкой не мне махал? А какая разница? Ну, я просто интересуюсь, поэтому специально вернулся. Ты код забыл? 50-54. Так что мы это... А чё? Да хватит это, а чё, а чё? Хорош. Я так понимаю, вы знакомы, да? Значит, кошмарить не буду я вас, да? Ну, ладно, тогда. Ладненько, ну тогда я пойду там пообщаюсь. Елена, это вы вызвали на нас охрану? Нет. Нет? Они тут местом, это проездом были, да? Почему же? Я не одна. А, ну то есть это по нашу душу просто скажите или нет? А то мы специально вернулись, Елен. А, Елен? Не по нашу душу? Так давайте, может быть, я вам помогу оформить документы. Паспорт показать или что? А, не по нашу? То есть у вас к нам претензий нету никаких или есть? Что вы хотите? Я хочу понять, по нашу душу или нет, охрана? Я уже ответила. Не по нашу. Претензии к нам есть какие-то или нет? То, что вы тыкаете всем. Ну, то, что тыкал, видите? Ладно. Помимо тыкания, есть еще претензии? Пожалуйста, помните. Ну, больше нет претензий, правильно? Какой канал у вас? Он тебе главный. Денис, у нас, говорят, нету к нам никакой претензии. А, нету? Ну, только то, что мы тыкаем, я не знаю, я вроде никого не тыкал. Все вроде было нормально. Ну ладно, смотри. Если что, видеозапись предоставлю по первому требованию. Кто кого и как тыкал, сколько раз пальчиком и сколько раз еще чем-то. Ну, поехали? Все, поехали. Ладно, все. Приятно было идти. Да. До свидания, все хорошо. Заложенный вызов, вот как и Эдуард делал. 1000 выпишите. Больше не будут нажимать на кнопочку.